Это не та, это очередная. Это моя мечта. Шпион. Еще одна мечта. Это сам. Я ничего не знаю. Нет, видно не. На. Да, это дело. Что? Не знаю. На кухне можно посмотреть и все. Там больше на кухне, чем не на кухне. Так, моя видеокамера. О, кстати, будет. Кстати, я тоже хочу видеокамеру. Ну вот. Но она не увеличивает. Ой, елочка какая красивая. Ты знаешь, я тебе скажу, вчера, блин, взяли, так я держал, пошли с Ульяной в копеечку. Блин, такое качество клевое, блин. А без компьютер потом? Ночью, да. Да, и на Ютубе уже это самое. Ночью нифига, да? Можно, но нужно тут разбираться. Ну, это самое, надо посмотреть. Ну, что, короче, для меня это... Это нет, это... Это именно... Я включил и... Это оно и есть. Фотонка, да, фотонка. А мне показывал папа фотки, и Алена написала, на Наталья. Такая вот все вкуснятина тут. Елочка. Это мы для бабушки Светы. Чтоб посмотрела и порадовалась. Да. Ей будет интересно смотреть. Вот здесь вот. Тоже все вкусности. Ой, сколько рыбков. Это я бабушке Свете этот отчет делаю. А с чем это? Фима, это видеокамера. А что такая камера у вас какая? Это шпионская. Прости, вот это вот Филиппа Миша. Вы на чью сторону работаете? Я работаю. Прости, у мамы ничего портящего нету. Как рис. На бело-зеленый возьмем, положим туда и все. Уважаю людей, которые понимают эти вещи. Они лезут куда-то как со своими патриотизмами всякими. Не, я вчера фоткалась, меня заставили. Не, ну ты какая тут такая. А как тут что не это самое, если что? Ничего, я просто так посмотрю. Так, вот такие вот здесь вкуснятинки. Спроси, это Филиппа. А как я спрошу? А, ты только ей это. Я только снимаю. Это все потом надо будет вынести и, блин, кинуть на это самое. На... А что у вас такая камера? А это моя мечта. Спасибо за подарки. Вот это можно. Такая камера маленькая. Да. Не один год мы еще столько не получали подарков. Под елкой завалено уже места нет. Еще приедет. Так а что вы такую маленькую поставили? На нос широко. Мы же не знали, что нам столько перепадет. Ну того. В этом году. Яблоки где? Лена елку тебе за 800 рублей поставила. Прикинь. Нифига себе. Дуречи. Мне как сказали, я... Да, блин, 80 угриков, блин, не слава. Машечка, я забыла, тебе тоже ж подарок. Хороший подарок, слушайте. Интересно. Ну да, и так можно кровь еще туда положить, свою. Свою. Оля такая добрая. Свою, может, не надо. Че все такое микроскоп, а что там видать? Не знаю. Нормально видать? Ну посмотри сам. А что там смотрится? Там листик, мы листик положили. Да. Какое это что такое? Блин, видите? Блин, а это лучше не кидать в этот самый, блин. Блин, столько всего, смотри, видишь, сколько конфет. Надо будет я потом вырезать. Все есть. Да, видите, ну, молодцы. Да. Ой, какие эти. А что, ты почему не видел это? Не. Уже не обращал внимания. Не видел? Вау, вот ничего так себе! А что там такое? Посмотри, какой календарь! Ого, классный! Вот этот. Ничего а себе, есть что-нибудь еще фотки? Или только одна? А, ну да, одна. Она и на этом. Ну, а ты не мой этого, Лена? Нет. Клево. Вот это класс. Это мой. Куда это? А что твой? А мой где? Это мне подарок. А мне где подарок такой? А я это не знаю. Это мой лежал там. А мой где подарок? Короче говоря, где подарок, да? Подарками разбираюсь. Вот столько подарков, видели? Я шучу. А я говорю, собралась домой ехать, так что я поеду домой.
Какое домой, шуткуете? Какое нам только снится. Может порезать яблоки груши? Да, яблоки груши. Тоже, да, можно. А как ты режешь дольками? Да, если хочешь, я могу порезать. На 4 части и хари. Еще можно, Ален, большую тарелку я очень тоже порежу. Это самое. Нет, ты мне поможешь? Короче, ладно, хватит. Хорошо. Все, я снял уже вроде. Вы вегетарианец или нет? Прикольный слайм. Уже нет, да? Сдулись. На какой? Я все время делаю правильно. Побудем вегетарианцем. Придет время, опять побудем этим. Что там? Не знаю. Весы какие-то. А что написано? Платформа из нержавеющей. 4 единицы измерения. Юшкин код нормул. Алиш, нифига себе, блин. Black Tea. Вообще, да. Козырно. Это Сергея приволокли. Ёлочка. Красивенько. Красивенько. О, что-то мне вам уже шлют. В принципе, как и все остальное. Снимаешь? Я все снимаю. Лекцию снимаешь, что ли? Я всю снимаю лекцию. Всех. О, бусы принесла. А что это за знак? Это был... А, Уля, точно. Кошку уже замучили. Аня, ну ты типа сами. Собаку замучили. Варя, не надо собаку на стол. Ну раз не надо, сейчас поставим. Ну есть, что точно делать. Блин, точно как там Маша. Да, есть точно собаку не надо. Это точно. Хорошо, хоть пирата поднять не может. А спецы сыпешь? А тебе не... Ну как, я, допустим, делаю вечером что-то в микроволновке, там, разогреваю. Да? Что-то мне капусту есть. Так, я пошел помою руки. Ну, капуста витамин С. Ну, видимо, не кладка. Прям тянет на капусту. Квашу или такую свежую? Не-не-не, обычно свежую я микроволновку засовываю. Короче, она типа как тушь. Такое, да. Папа, ты куда? Пойду на мою зарплату. Что ты еще руки не поднимаешь? Ой, блин. Так, так. Ты... Я поймала под столом. Поймала? Нет, у нас же ну как, я ну как бы. Филипповну посадить тебя на стул. Ну вот сюда, да. Так Дима тут около Ульяна. Вот там папа со мной, чтобы... Да. Это будет на стуле. Она тоже чемпиона будет. А ты? Тебе место не мог. Бедный накрывал стол. А я на телевизоре. Накрывал стол, носил он официант, он и тут по залу администратор. О, да конечно, я знаю. Человек. Да, я сейчас на рыбалку посидел, на честно. Надо отрабатывать? Отрабатывать. Все умеет. Сереженька, да. Приди еще там принеси хлеб, она может забыть. Все равно ты стоишь. Официант. Павлик, ты отстал от себя. Это... Здрасте еще раз. Здравствуйте еще раз. За сном? Да, я тоже. Идите, может, на диван Лена. Еще можно. Давай, да, все равно. Я не знаю, но снимает, не снимает, может так чуть здесь поближе. Да, что надо, компот может или что? Нет, только не конечно. Еще одну, а? Кого? А, Лена, захотеть дверь ближе. Руку себе пошли. Вон стоит наверху. Папа, что ты там делаешь? Да блин, шпионик. На аквариуме. Вот я не знаю, блин, ты, может плохо, быть, что бы не видно сразу, ну ладно. Ну, чего? Это рыбацкий. Рождественский. А вдруг кто с глазом? Зелененький. Это рыбацкий. Это еще Макса
Спасибо.